В пресс-центре информационного агентства РИАМА прошла пресс-конференция, темой которой стала подготовка к показам спектаклей легендарного театра Олега Табакова. Напомню, они пройдут на сцене Дворца культуры «Родина» в Химках. Жители нашего города смогут увидеть лучшие постановки столичного театра благодаря действующей губернаторской программе «Наше Подмосковье». Подготовка к спектаклям завершается. Актеры с нетерпением ожидают теплого приема подмосковных зрителей. Это большой масштабный, два больших масштабных постановочных спектакля. И была проведена определенная работа для того, чтобы площадка смогла принять этот спектакль, чтобы наши зрители увидели его ровно в том виде, в том формате, в каком играют и в самом театре Табакова. Спасибо Химкам за большую подготовительную работу и за то, что в этом большом зале на 700 с лишним мест наши зрители увидят спектакли «Волки и овцы» и «Рассказ о счастливой Москве». Рассказ о счастливой Москве режиссера Миндаугаса Карбауски со зрителем будет представлен 30 октября в 19:00. К слову, эта постановка удостоена национальной премии «Золотая маска». А 4 ноября в 19 часов состоится показ спектакля «Волки и овцы» режиссера Константина Богомолова. Спектакль «Предостережение» содержит ряд безусловных актерских побед. В нем представлен ансамбль лучших актеров МХТ и табакерки. Приобрести билеты можно с 10 до 19 часов в кассе ДК «Родина» по адресу Ленинский проспект 2А. Наличие цены уточняйте по телефону 8 495 572 66 15.